Здравствуйте! Сегодня давайте раскроем тему, как создать папку-невидимку на рабочем столе. А для чего? Вы сами знаете, для чего эта папка нам необходима. У каждого свои использования ее. Итак, создаем сперва папку видимую. Правой клавишей мыши нажимаем «Создать папку». И на свободном месте рабочего стола нажимаем левой клавишей мыши. Все, папка у нас создана. Теперь эту папку нам необходимо переименовать. Правой клавишей мыши нажимаем на эту папку. Переименовать, Delete, и удерживаем кнопку Alt и вводим цифры 255. Отпускаем клавишу Enter. Все, название папки исчезло. Теперь необходимо, чтобы и эта папка была невидима. Правой клавишей мыши нажимаем «Свойства», «Настройка», «Сменить значок». И ползунок передвигаем вправо, пока не покажется с этих значков замок. После замка свободное вот такое пространство есть. Нажимаем на это свободное пространство. Я нажал внизу. Окей. Применить. Окей. Вот в этом месте находится у нас папка. Мы ее пока сюда переместим. Но если кто проведет по монитору вот так, то отображение этой папки будет. И если нажать на нее, то, соответственно, она откроется. И обнаружатся все спрятанные секреты. Чтобы этого не было, то необходимо скрыть эту папку, чтобы ее не было видно. Потому что вот такой белый силуэт видно все равно. Нажимаем на этот белый квадратик правой клавишей мыши. Свойства. Скрытый. Применить. Здесь ставим галочку «Применение изменений только к этой папке». Сюда передвигаем эту галочку. Окей. Все, папка у нас исчезла, и мы сами ее не сможем найти. Но когда нам понадобится доступ к этой папке, то проделаем следующее. Вызываем проводник любым способом. Windows плюс E. Проводник у нас запустился. Теперь переходим в строку меню. Если у кого нет этой строки меню проводники, то у меня на эту тему есть видео. Смотрим по ссылке вверху. Сервис, параметры папок, вид. Опускаем ползунок ниже. Показывать скрытые файлы, папки и диски. Применить. Окей. Папка с этого места будет перемещена, поэтому здесь ее не надо искать. Она всегда передвигается в левую сторону. Ищем ее в левой стороне на свободном месте. Вот здесь свободное место, и она, соответственно, стала здесь. Давайте для убеждения мы откроем ее. Все, папка открыта. В такой скрытой папке могут помещаться скрытые нами файлы, фотографии или еще что-то другое. Но не только и нами скрытые. Часто по таким видам скрываются и вирусы. Как обнаружить эти вирусы, которые мы часто скачиваем на флешку, смотрим в следующем видео. Пока все. До свидания.